Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Тани из Англии. Мы сегодня вместе с моим мужем пришли в ресторан, потому что у нас годовщина свадьбы. Возможно, кто-то из вас уже видел наши фотографии свадебные, но вечером мы решили сходить в турецкий ресторан. Ресторан называется Памукали. Такое очень известное место в Турции. И вот так ресторан называется в Англии. Внутри звучит музыка. Ну, вот вы знаете, что YouTube, конечно, он сразу блокирует, может быть, порой такие видео или проблемы с авторскими правами, поэтому придется музыку, конечно, удалить. Но я вам все равно покажу, что мы заказали. Мы решили заказать рыбу, потому что, ну, хочется рыбы нам с мужем, и он он креветки, кстати, а я решила рыбу заказать. Посмотрим, какая обстановка, сколько это все будет стоить. Так что оставайтесь с нами. Вот такое прекрасное место. Мы уже в этом ресторане второй раз. Нам здесь очень всегда нравится. Очень красивый интерьер, такие красивые люстры. Сейчас 6 вечера, поэтому, ну, людей не очень много. Но мы специально пошли пораньше, потому что часов 7-8 уже будет побольше людей. А здесь готовится моя рыбка. Вот я ее заказала. Я уже сказала, муж заказал морепродукты, но они, наверное, как-то отдельно готовят. Посмотрите, прямо в здании на углях все это готовится. Но запаха дыма нет абсолютно никакого. Ну, кто-то, наверное, заказал здесь какие-то вот овощи, но это не наш заказ, мой заказ рыбка. Ой, прямо слюнки текут, хочется как можно быстрее эту рыбку попробовать. Вот ресторан называется Памукали, турецкий ресторан. Мы очень любим турецкие рестораны, потому что еда замечательная. Многие англичане тоже сюда с удовольствием приходят. А сейчас я вам покажу бар. Очень красивый бар здесь. Можно любое спиртное заказать. Но мы просто взяли турецкое пиво. Ну, а это наш столик. Это мой муж. Пока я снимаю, конечно, сидит в телефоне. Ждет заказ. А вот он заметил нас. Довольно улыбается. Вот такой наш столик. Вот такую красоту нам принесли. Вот такая рыба у меня на гриле. А мой муж заказал креветки. Также здесь хлебушек. Разные. Чипсы. Окей. One second. Говорят, давайте мы вас сфотографируем. Ну, конечно, мы же еще заказали десерт. Похвала такая вот турецкая, знаменитая. Ну и турецкий чай. Вот в таких стаканчиках. Все было очень вкусно. Всем приятного аппетита. Нам принесли вот такой чек. Мы заплатили 45 фунтов 90 центов. Значит, 11 фунтов – это у нас пиво, вот 2 эфес. Потом King Prawns – это креветки 16,95. И 17,95 – это я заказала рыбу. Десерт нам дали бесплатно. Дорогие мои, ну вот все, закончился наш прекрасный вечер. Мы замечательно вместе с мужем провели время. Спасибо, что вы были с нами. Мы были приятно удивлены, что комплимент сладкое, это был бесплатный. И мы не заплатили за него деньги, но очень понравилось в этом ресторане, потому что как-то мы были в одном турецком ресторане, но нам чай давали бесплатно, а это еще сладкое нам дали в подарок. То, конечно, было приятно. Но с удовольствием придем мы еще раз. Но, может быть, то, что сейчас праздники закончились, и сегодня просто будний день, может быть, поэтому у них такой комплимент. Я не знаю почему, но нам было очень приятно. Мы не говорили, что у нас годовщина, но просто мы пришли как посетители, как клиенты.
Спасибо, мои дорогие, что вы со мной, вы на моем канале «Таня из Англии». Буду рада, если кто-то подпишется на мой канал. До новых встреч, мои дорогие друзья!